Юра, хватит снимать девушек, давай займемся делом. В общем, мы на выставке косметики и красоты, где человек, о котором было одно из интервью прошлых, человек действия, представляет товар, новый товар на рынке Украины. Это кресло, массажное кресло. Мы сейчас находимся на его стенде. Фактически он в последний день там впихнулся в выставку, и сейчас огромное количество клиентов, владельцев салонов красоты подходят, интересуются, оставляют контакты, потому что всем интересно увеличить продажи в своем бизнесе, да, Сережа, он, вот, кстати, Серега, да, вот он уже провел сегодня множество переговоров. Скажи, как вообще процесс выставки происходит? Является ли это для тебя открытием, подтверждением, что ты сделал правильный шаг, правильную ставку? Да, стопроцентно. Я считаю, что я сделал правильный шаг. Мы уже собрали примерно 30 анкет на бесплатную установку наших кресел в салоне красоты. То есть сегодня даже приходила девушка, у нее салон в Конча-Заспе, и она говорит, я хочу, чтобы мои клиенты сидели в таком кресле. И для меня это вау. Я первый раз участвую. Вот девушка, кстати, сидит. Девушка, а можно вас спросить, а вы имеете отношение к... У вас салон красоты или... Я не могу. Нет? Вас не будем снимать тогда. Да, пожалуйста. Хорошо. Тут достаточно кого поснимать, да? Да, конечно. Ты как бы... Ну, понимаешь, сколько ты пропустил, вообще не посещая выставки косметики, да, красоты? Сегодня я понял, что выставки – это такая уникальная возможность завязать отношения. То есть проблема, мне кажется, сейчас в том, что многие начинающие предприниматели воспринимают бизнес как лендинг плюс директ. Но они не понимают, что можно прийти на выставку и завести реально живые, качественные отношения с людьми, как бы, с будущими партнерами. С реальными клиентами, реальными покупателями, да. Не лидами, да, не заявками какими-то. А конкретными людьми с деньгами, которые могут завтра стать клиентами, партнерами. Слушай, ты покажи, что мы тут, ну, что выставка большая, что мы тут просто в последний день выставки прыгнули в этот поезд, и на самом деле даже здесь, в конце, да, ты, ну, то есть здесь, как бы, в конце выставочного комплекса ты все равно получаешь огромное количество обращений. Да, 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 огромное количество обращений. Вот мы можем просто показать даже на камеру. Вот это, такое количество, это за 2 часа, это сегодня первый день выставки, за 2 часа мы уже собрали такое количество контактов людей на бесплатную установку кресла в их салоны красоты. То есть модель продаж выглядит через free trial. Так, в тебя инвестирует кто-то деньги сейчас, нет? Я сам. Сам? Да. А если я стану твоим партнером? Я согласен. Я подумал об этом. А вон смотри, какие девчонки красивые. Отличное место. Мне кажется, знаешь, вот чувакам, которые занимаются вот этим вот пикапом, да, вот я для них сейчас локацию открою. Короче, выставки красоты, косметики. Вот это место, где можно, ну вот, потренироваться и найти для себя спутницу жизни. С другой стороны, здесь огромное количество клиентов, бизнес-клиентов для огромного пласта товаров, которые можно поставлять из Китая. Это разные аксессуары для салонов красоты, расходники, гели, лаки, все, что и так уже сегодня производится в Китае. И грамотные люди на этом делают деньги. Надеюсь, вы тоже будете грамотными людьми и делать деньги так же быстро, как делает Серега. Дай пять.